Глава района продолжает проводить сходы граждан. В конце рабочей недели Роман Синеговский встретился с жителями одного из самых отдаленных населенных пунктов района – хутора Шапорского Коржевского сельского поселения. Во время таких встреч селяне получают возможность непосредственно пообщаться с представителями власти, задать интересующие их вопросы. Продолжение темы в первом материале выпуска. Общение с жителями непосредственно на местах, в поселениях, глава района Роман Синеговский считает одним из главных направлений своей работы. Это дает возможность, как говорится, из первых рук узнать о проблемах населенного пункта, помочь эти проблемы селянам решить. На встречу с жителями Шапорского вместе с главой приехали специалисты управления ЖКХ, образования, социальной защиты населения, торговли и защиты прав потребителей. Вот не виделись. Как жизнь, как дела? Хуторяне рассказали Роману Синеговскому о самой главной проблеме, которая на сегодняшний день волнует всех жителей Шапорского. Это отсутствие магазина с элементарными товарами первой необходимости. Этот вопрос уже поднимался на сходе граждан в прошлом году. Тогда и жители, и власть пришли к единому мнению, что строить магазин нерентабельно. Было принято решение организовать подвоз хлеба и особо важных продуктов в хутор. Но на сегодняшний день жители Шапорского считают такой вариант доставки продуктов неудобным. Роман Синеговский пообещал в ближайшее время найти другое решение этой проблемы. Мы купим ларек, значит, забьем его товаром, определим тот перечень, значит, продуктов, который здесь нужен, и будем по такой схеме это дело запускать. Такое предложение жители единодушно поддержали. Они также выразили благодарность главе района за выполнение просьб с прошлого схода. Нам была проведена новая торсада электричества по улице Речной, набережной Прикубанской. Вот теперь, значит, у нас что? Ну, была отсыпка дорог, это каждый год нам Роман Иванович помогает, делаем. Также по многочисленным просьбам жителей в хуторе была установлена автобусная остановка. Все вопросы, с которыми жителями обращались к Роману Синеговскому, взяты на контроль для дальнейшего решения. Сходы граждан пройдут во всех поселениях района. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».